Всем привет! Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». С вами Виктория Шаре. Лето закончилось, но тепло пока по-прежнему с нами. А значит, нужно наслаждаться уходящими погожими деньками по полной программе. И сейчас я вам расскажу, как провести эти выходные, чтобы зимой вы могли сказать, что это лето провели на полную катушку. В субботу, 3 сентября, в загородном парке вас ждет развлекательная программа «Раскудесы». Это ежегодный фестиваль от культурного центра «Светлица», на котором вы сможете узнать больше о русской традиционной культуре и истории, приняв участие в работе интерактивных площадок. Вас ждут традиционные игры и хороводы, историческая реконструкция, мастер-классы от ремесленников и вкусный самоварный чай. Слово «кудесы» на старославянском означает «чудеса». Название «раскудеса» объединяет в себе древний старославянский корень и смысл современных слов «расчудесный», «распрекрасный». «Раскудесы» — это много разных ярких чудес, представлений, забав, много хорошего, сказочного, фантастического и в то же время очень близкого и родного. Вход свободный. Всех, кто интересуется историей нашей страны, в субботу 3 сентября приглашают принять участие в международной патриотической акции «Диктант Победы». Его цель – сохранить память о годах войны и повысить историческую грамотность участников диктанта. Для проведения этой акции подготовлены более 800 площадок. Они разместятся в музеях, школах, библиотеках, в домах молодежных организаций, вузах, колледжах, на площадках МЧС, Росгвардии и промышленных предприятий. Написать диктант могут все желающие. Для этого необходимо выбрать площадку и заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Для заполнения формы нужно выбрать площадку на карте, нажать на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции. Тест можно написать онлайн, для чего также нужна предварительная регистрация. В воскресенье 4 сентября в 6 часов вечера в Летнем театре Струковского сада московская группа «Вива» представит для зрителей новую интерактивную уникальную программу. Концертную программу «Музыкально-поэтический диалог» в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой. Творческий вечер, в котором прозвучат легендарные песни на стихи поэтов, пройдет в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова. Выходные обещают быть насыщенными, каждый найдет развлечение по душе. Я желаю вам отлично отдохнуть, приятно провести время со своими близкими, запастись силами перед новой рабочей неделей. И пусть она будет легкой. Это была программа «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Пока-пока! We'll be right back.